перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну че, у цыгане ее? Как сами, цыгане? Ну, Дон Капюшон я. Позагорать сходили. Здорово я. Пацаны, короче, посмотрите фильм «Северо-Запад». Охуительный вообще. Норвежский, блядь. Пушка вообще, блядь. Я посмотрел, блядь, утром сегодня. Советую всем фильм «Северо-Запад». Охуенный про криминальчик, там, про всякие делишки грязненькие. Про турков, как. Здорово, Йов. Сэмбой. Как дела? Отлично. Побежал сразу, знаешь, от камеры. Сейчас я выскочу, старый. Две минутки выскочу сейчас. А, да? Бля, я думал это. Поднимайся сейчас, ко мне на этаж. Бля, может быть это... Стекловизор. Стекловая. Пойдем сейчас сразу так тебе, хули. Давай, давай. Да, был я, был, только что гонял. Стекловизоры. Русский фильм. Сейчас рабочий? Либо завтра. Да не, я сейчас это с Маратом гоняю. На митинг я. На питинг я. Привет, это стаи. Стаи тоже салам, братан. Мы парни из стали. Что там, народу вообще, да, тысячи. Фотки видно. Да, кстати, такая вата вообще, блядь. Я не ходил на митинги, наверное, лет, наверное, 6, блядь. Вообще давно не ходил. На Манежке был? На Манежке? Проездом я. 8, наверное, даже, да. Ну что-то я, короче, вообще разочаровался. Я слабый народ, я встал. Да я тоже слабый стал. Поэтому надо читать рэп, парни. Нахуй политику. Хиллбилли Гэнг, читайте рэп. Завтра клип. В сети, блядь. 12 дня, блядь. Вы все охуеете. Я всех разъебу, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Хорошо, все нормально. У вас как? Какие дела, я? Стар слаб, я. Старый слаб. Старый млад, нахуй. С нами Влад Мармеладов. Да, он, кстати, спас нас с щекой. Когда мы бабушку задели, да. А, это он спас? Да, он нас спас. Щека хотела мусоров. Да. Ну как бы он, блядь, если бы не он, короче, мы бы задавили бы там просто насмерть нахуй. И щека бы, блядь, хуй знает что. Щека без права был бы точно, блядь, а может быть даже подприсел бы, блядь. Хуй его знает. Парни, вам тоже всем удачи, успехов, ёпта. Год, завтра год выпустит клип. Завтра год выпустит клип. Они визжат, будто свиньи. Ты слышишь зов в этом скриме. Я в белом гриме, не в Риме. Завтра. Да. Сейчас тебе покажу, что клип на телефончике есть. На телефоне есть, сейчас тебе покажу. Пушка. Скорбящие нашлись. Через дня три все забудут. Да не, братан, такие темы не забывает никто, как бы это надолго. Да забудут. Забудут, думаешь? Да конечно, а вот это в Сирии зачем они завоевывали этот завод, например, блядь. Завод? И, ну да, завод же, типа, они пехотой пытались, блядь, типа, а их там боевики разъебали все. Ну я знаю, 200 человек, нахуй, да. 200 человек ёбнули, ну, когда, да? Ну сейчас об этом вообще никто не говорит, нахуй они туда пошли, блядь. Ну это война, братан, хули, в смысле, какая это контракт, война? Контрактники. Все, это уже закончилось. Контрактники, идут, блядь, контрактники, вот. Деньги зарабатывают, братан, война это деньги. Да. Мне вообще похуй, солдат ебаных, что там они умирают, не умирают, да пизды вообще.
Мне было бы не похуй, если бы они умирали на нашей территории, если нас туда атаковало бы. А где-то в Сирии, нахуй, сами туда полезли, ебать, вот, блядь, получили пизды, ебать, что, блядь. Ты сам контакт подписал, нахуй, получил свои 60 тысяч в месяц, блядь, ну и сдох, ебать, за них. Да? Так что, вот так вот, парни, я. Я против войны, я. Мы за хип-хоп. God of War. God of War. Ненавижу, бля, войну, ебать. Смерть это хуёво, парни. Татарин, а он только что меня подкинул. А, подкинул? Ну да, да. Татарва, бля. Бумаг найти, бля. Бумаг, я. Здравствуйте. Здравствуйте. Глаголев. Против войны, парни, нахуй. Завтра клип год, и блядь, это будет пиздец. Год постарался, блядь, вместе с своей командой, с Хиллбилли Гэнгом, нахуй. Хиллбилли Гэнг. Мы всех разъебем, блядь. Хиллбилли Гэнг еще покажет всем русским рэперам, кто здесь самый крутой, нахуй, кто здесь самый крутой по флоу, по читке, по стилю, блядь. Мы умеем показывать стиль без денег, нахуй. Я не бездельник, нахуй. Понятно вам всем? Вам денег, понятно? Денег нет. Нет денег, нахуй. Нет ничего, зато мы показываем стиль, блядь. Мы, блядь, деревенщины, обычные, нахуй. И всех вас, пидоров, блядь, поставим тут раком, нахуй. Сядете, блядь. На фалос, блядь, ебаный, блядь, огромный, блядь, резиновый, нахуй. А может быть, на мой кожаный. Мы убиваем, нахуй, вас всех, мы уничтожим русский рэп, нахуй. Это Хиллбилли Гэнг, пидорас, запомните это имя, нахуй. Год, Велел Сквад. Фуксия, МИП. Шаути Глак, мы команда. Хиллбилли Гэнг, нахуй. Эмиль с нами Армения. Вам пиздец, нахуй. Армяне боксеры, блядь, тоже поддержат нас, я. Это вам не центр, нахуй. Кондрат себе пошел в этот перекресток, мы его видели в тачке. Мы разъебем всех, нахуй. Завтра, блядь, будет первый шаг, нахуй, мой. Я вступаю в новую школу, блядь. Завтрашнего дня, в 12 утра, я вхожу в новую школу, блядь. Хук слева, хук справа, хук с фланга, нахуй, это хуйня. Завтра будет сила, блядь. Я научился, я оттачивал свое флоу. Я 4 раза переписывал трек, блядь. Клип снимали, блядь, несколько человек, потом его решили переделать. Я переделал, блядь, его, пока, нахуй, мне не удовлетворил результат. Спасибо моим, блядь, пацанам, нахуй. И моим, блядь, моей банде. Хиллбилли Гэнг, нахуй. Мы всех порвем, блядь. Завтра я войду. Как Христос в пустыню вошел когда-то. С 40-дневным постом. Я войду в новую школу. Вы запомните мое имя навсегда. Я вырежу его на ваших сердцах. В вашем мозгу отпечатается кодочка. Год, здесь, Хиллбилли Гэнг, нахуй. Вы все умрете, бляди. А ты сейчас где сам? Хиллбилли Гэнг, где нахуй. Сам есть? Хиллбилли Гэнг, парни. Давай. Алло. Нихуя, там континирует. С нами Хиллбилли. Хиллбилли Гэнг, я к тебе в гости собирался заехать. Когда? Ну, блядь, сегодня. Почему не поехал на митинг? Сегодня Навальный даже приехал, блядь. А ты что проебался? Ты куда не поехал? На митинг что не поехал? На Тверскую. Навальный приезжал. Что говорит? Да ничего, так я с ним пиздел, блядь, типа. Он говорит, что это, говорит, Пашка надо тянуть, короче, к нам, говорит, в позицию, типа. Я говорю, ну я с ним пообщаюсь, типа. Фишки нормальные, братан. Да, он говорит. На капуте. Ну, воротничок, я это себе компани, нахуй. 60 тысяч, нахуй. Навальный хуя. Навальный поддерживает новую школу, блядь, оккультный рэп, сам знаешь. А да? А он случайно Зенокс не жрал? Ну, я ему, короче, хотел это предложить, но мне кажется, что, типа, он бы сказал, братан, я что-то как-то это не... Да, вот. Это не моя хуйня. Ну, он такой, да. Мне кажется, он по скоростям больше. Мне тоже кажется. Видеоблогер, хули. Чё нового у тебя происходит? Пропал что-то, опять, блядь, вылетел на неделю, нахуй. После тех двух блистов, блядь, ты что-то просто исчез, короче. Да, что-то. Я тоже пропал, братан, сам на самом деле, блядь. День на 10, наверное, вылетел, блядь. Вообще ничего не понимал, нахуй. Там каша просто в голове, блядь. Жесткая. А я записывал альбом.
Натуре? Да. Завтра клип, братан. Kill Bill Gang. Угод. Завтра Гор вступает в новую школу. Я открываю дверь с ноги, с прямым ударом, нахуй. Держитесь, пидоры, блядь. Я завтра разъебу в 12 дня. Я выложу клип в сеть. Репосты везде, во всех форумах, пабликах. Самых популярных, блядь. Любой паблик запостит клип, потому что это будет разъеб. А что за клип? Гор. Что за клип? Ну, сольный клип, короче, там. Твой, ты там... Ты там что? Я там буду даже вчитывать жесткий там агрессивный вокал, братан. Там 4 флоу на минут 30 уложилось. Нихуя. Пушка, я врываюсь в новую школу, я грызу вам глотки, блядь. И вы будете в ахуе, блядь. Там скажи, я, короче, скажи, кусочек. А я тебе могу скинуть сейчас в телеграмму. Децл там, тизер, призер что-нибудь. А тизер нету, я сразу выкладываю, блядь, как бы, и все. Азин на 3 топора. А, ты работаешь в казино. Так, это что-то спросить, что я хотел. Кстати, худик Сайленс готовы. У меня с тобой встретиться будет на днях. Я тебе привезу худачок и пару масок. Очень сочный худи. Ты прям влюбишься в него, отвечаю. Надеюсь. У тебя оно прям будет лежать, и ты будешь его хотеть одевать всегда и везде. Вот ты прям захочешь быть в нем. Потому что там написано, это... что ты правда. Так и должно быть. Качество топ. Принт, вышка. Качество пушка. Хилдельгайм, потому что я делал это вечером. А что за принт? Ну там, типа, короче, я тебе скину. Я тебе показывал, сказал, заебись. Там, типа, много ебальных, типа, сезам, там, всякие, такие, я понял, грустные, злые. Эти надписи сверху, типа, у тревоги много лиц. И давай снизу, завтра. Типа, может, забрать, братан. И снизу типа надпись тоже там, типа, но у меня лишь всего одна таблетка, и на кармане, короче, прям большим там, ксанокс, алпазолам там. Может, завтра же это сделать, алпазолам? Можно. Ты это работаешь? Не, выходной до субботы. А-а-а. Клип в 12 часов дня. Клип пиздатый. Да, вообще сочный, блядь, пиздец, блядь. Там дед участвует. А все, короче, нормально. Блин. Вот он. Здорово. А мы тебя все видели. Ты шел по дороге вперед просто. Дед там вообще разъебывает, да? Дед он нормально там будет мочить скоро. Тебе понравится, короче. Он там даже немножко сыграл роль небольшую. Скер. Ну да, да. Ну, понятно. Ну, в 12 я тоже проснусь. Чё говоришь? В 12 я уже проснулся. Ты, конечно, проснешься. Я тебе говорю, могу же тебе в телегу скинуть его, чекишь, если интересно. Ну и скинь в телегу, хуя. Ну все. Ясненько. Чё, ты альбом написал? Да почти вот. Надо трек, короче, записать. С Хулиоли осталось дописать трек. Надо какой-нибудь худи-дуди, нахуй. Надо записать трек какой-нибудь нормальный. Сочный. Кстати, что там по поводу клипа? Фуксия хочет снять тебе клип. Надоело. Кто хочет снять клип? Ну, вот девушка, которая мне клип сделала, она хочет тебе снять клипчик тоже. Да? На этот трючок. Надоело. Чемпион по усатому рэпчику. Вот эта тематика, короче. Ей прям очень понравился трек. Мы вообще с Велел Сквад тоже заценили его. Может сделать, Саша. Ну что, давай тогда, что ты, подтягивайся. Ну, куда я? Ну, а что, куда надо, я не знаю, там. Она, ну, только смотри, она, короче, типа, очень серьезно подходит к работе. Там не получится, как бы, там, в комнате, там, в одной поснимать полчаса. Там она прям дня на три, как бы, но она тебе сделает такую пушку, что ты охуеешь. Будет лучше этого видео, реально. Да, она очень надо солидно. Очень, короче, она очень относится, короче, прям серьезно к работе, понял? И она, как бы, ну, реально... понимает, что нужно сделать, ну, придумывает сама. То есть она, знаешь, не просто, короче, оператор, да, и монтирует, она еще придумывает всякие там фишечки режиссерские, там, короче, знаешь, там. Ну, прикольно, короче. А что ей надо, лавая сколько? Ты не знаю, там, ну, как, блядь, говоришь с ней. Ты, мне кажется, как бы, не знаю, она там чисто символистики снимать хотела тебе. За Purple, да. За Purple, да, кстати. За Оксан, кстати, может снять, подожди, там, парочку там. Но она молодая? Знаешь? Ну, по-моему, моя ровесница там. Вот так, вот, 90-й год там, может. 92-го там. В
Вот так вот. А ты что по панике-то все? Я как не позвоню, то в панике. Батан, я же как андеграунд буду рождаться, тут умирать. Нехуй на улице делать, да? Вообще нехуй. Холодно что-то там. Сейчас будет лето. Воротник сниму белый. Буду да, да. Гулять. Да. Я думаю, это охуительная тема. Как турок чисто. Германия. Да. Любишь турков? Обожаю. Турцы, поехали съездим. Горячие путевки не хочешь? А если есть варик, то можно изгонять. Не, можно на самом деле. Там мне хуй делать, там мне хуй делать вообще, ебать. Я не был просто ни разу. Я бы чисто так посмотреть ездил бы. Хотя... Слышь, Павлик, да. Паша техник, красавчик. Думаешь? Мужик. Давай. Красавчик. Здорово, стар, да, спасибо. Московская торпеда, говорит, что ты красавчик, старина. Московская торпеда? Ну, да, вообще, люблю, да. Сейчас... Цель, видишь? Цель. Взрослые парни, да. Старые добрые. Сейчас старые добрые парни, старпеда, цель. Такие, ладно. Ладно, выздоравливай, старый юный. А я так, что я... Тут кумаривают меня чуток. У тебя не осталось, кстати, этих пердулинов? Что говоришь, Александр? Не осталось всего? Не осталось? Не, вообще... Да ладно. Пиздец, ёбаный рот. У нас тут, короче, весь район вылетел нахуй на две недели. С той пачки, блядь. Да? Все, короче, кто, блядь, покушал, все потом, короче, блядь, пропали на неделю, короче, друг от друга. Понял? Мы ни с кем никто не созванивались. Вот четыре человека, короче, просто. Случайно встречались, потом охуевали, вот так посмотрели друг от друга. Думали, блядь, чудо. А когда будет такая прикорюха? Ты не знаю, вот я сам жду, братан, там врач как там привезет. Там Мексика, он хороший. Чё говоришь? А, да, неплохо. Ладно, чё, старый, отдыхай. Чё, давай на связи там, я худи заберу, когда тебе сразу тебя наберу, тогда заеду тебе в гости, там посидим, подумаем, чё там. Давай. Подарок писать, ёпта, новая школа, братан. Федук, он, блядь, уже царит, блядь. Да я сделаю бит новый такой. Минималистик трэп. Минималистик трэп, вот я, кстати, тоже думаю, можно попробовать сделать. Вообще. Ну, типа вот там, с автотюном там, чтобы там. Ну я себе хуй, да сейчас закипели, братан. Как надоело и сосет вообще. Вот, надоело, нормальная тема. Области, блядь, отправили. Ну. В отставку. Прикинь. Кого? Губернатора Кемеровской области. Да и хуй с ним на самом деле. Думаешь? Да. Я слушаю пошлую Молли. Мне, кстати, не нравится. Так, слишком пошло для меня. Ну, конечно, у тебя завтра клип в 12:00, блядь. Ну да, год, врывается в новую школу. А ты его заливаешь на YouTube хотя бы? На YouTube, конечно, да. На YouTube, да. Залей его. Да, канал создам, короче, вот сейчас смотрю. Прочь. А тебе год? Слушай, год а называется? Козел, типа, да, у меня второй, типа, мое раздвоение личности. Ты, у тебя уже все, скоро, блядь, Дед Мороз будешь, ёпты. Ну, блядь, да, возможно. Ищу себя, старина, пока не нашел. Смотри там. Пытаюсь. Комикс, скоро будут комиксы. А я знаю, да, они писали, я посмотрел картиночки, нормально. Старички там рисуют, нормально. Да, они заморочились, это нормально, реально. Бля, вот слышите, знаешь, где парик купить такой, который у меня на передаче был? Бля, не знаю, но мне кажется, можно найти вообще. А где они взяли вообще его передачу? Чё говоришь? А где они сами этот парик взяли? Хуй знает, никто не говорит, блядь. Я все такой замутил, кстати. Да мне кажется, если ты вон, допустим, повесишь себя в этом истории, типа, нужен парик такого плана, и фото просто скинешь. Да мне я кажется, тебе бесплатно замутят. Прям гляну, ёпта, парик, блядь, Лил Пампа, ёпта. Парик Лил Пампа, это сильно. Косички, да. Да не, надо так. Да, надо угарный такой, сейчас здесь говорю. Ну, такой стильный. Тебе, кстати, подходит, реально. Ну, а что думаешь?
Я, кстати, понял после этой фотки, я понял, что вы похожи с ним, оказывается. Я раньше замечал. Там все-таки Reprill Pip был написано. На натуре? Да. Хуеть. Так что там тройная месседж, ёпт. Тройной месседж. Reprill Pip, да, он хороший. Люблю его музыку. Ладно, старик, пойду проверять email, ёпт. Давай, давай, давай. 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 Полторы тысячи рекламы банки. Полторы тысячи. Скоро наберем. Сейчас весна. Мы готовимся. Бодибилдинг сезону, турники 3 раза в неделю, качалка 3 раза в неделю. И мы будем показывать вам, как надо читать рэп. В этом году я обязательно научусь его читать. Даю вам слово. Целую.